Всем привет, Оскако, с тобой на ТВ. Сегодня покажу игрушку под названием Bug Academy. В общем, здесь нужно будет играть мухами, проходить различные миссии. И первая миссия — это обучение. В общем, что мы можем? Мы набираем огромную компанию мух и можем таскать предметы, либо что-то еще. Но в основном, да, игрушка связана с тасканием предметов. В общем, мы зацепляем предмет, можно играть на клавиатуре, на геймпаде, то есть на любых устройствах. Вот, игрушка абсолютно на одного, но она веселая, красивая, интересная. Пока что это демо-версия, скоро выйдет полная версия. Вот нам здесь показывают, что мы можем с силой, так скажем, делать рывок с большим предметом, если не получается его просто поднять. Ну и показывается вот спящие мухи, подлетаете к ним и все огромной толпой просто ставите на кнопочку и довольно летите дальше по своим задачам. Успеем, не успеем, не успели. Так, сейчас. Тут, в общем, нужно будет с физикой говорить, ну что вы никак. Давай, давай. Ну слушайте, она как-то странно открылась, но вроде работает. Все. Вот и все, по сути дела, обучение. Поехали дальше. Здесь миссий пока что буквально немного, есть с коровами, есть еще с какими-то предметами у нас. Доставка написана была, шахты и башни. Ну, посмотрим следующую миссию, это с коровами. Если понравится игрушка, обязательно напиши, и свое мнение также не забудь написать. А я не знаю по поводу прохождения, дай знать, как всегда. Так, ладно, поехали дальше. В общем, наши задачи, как он написано, вот сюда по стрелочке, принести коров вот сюда. 10 штук нужно, и у нас откроется вот этот люк всегда конец миссии. Здесь все абсолютно рушится, всякие приколы, юморы есть. Мне нравятся игрушки с физикой, когда все разрушается, все ломается. Так, а я тем временем буду собирать... Они пока, в принципе, нас уже троих хватает, чтобы здесь все таскать, все носить. Опа, все, 5 штук. Но что фигово, они вон видно, что выпрыгивают постоянно, поэтому нужно будет их как-то аккуратно вместе потом собрать. Вот, тут чего только нету, все ломается. О, я вижу, что еще одна муха была наверху этой пирамиды. Во, нас еще больше. Я, конечно, не знаю, зачем... Бедная корова за... Прям морду схватили ее. Все. Я думаю, потом я ее найду где-нибудь. Мне сейчас побыстрее бы всех собрать. Ух ты, как я вломился. Еще одна муха настала еще. Может, это, конечно, жуки, конечно, я фиг знает. Но похоже именно на мух. Так. Давай сюда. Мы ее, походу, на холодильник сейчас доставим. Не, зацепляем. Да не холодильник, а нужно корову зацепить. Да что? Мухи не хотят брать корову, они хотят брать холодильник с собой. Зачем-то что-то хранить. Так, мы при... Ага, вот это ту, которую я кинул. Сейчас мы ее сюда пришлем. Нужно сосчитать. Я, по-моему, штук 7-8 собрал. Так, 5. Тихо. Давайте вот такой кучу сразу же всех. Оп-оп-оп-оп. 6. 7 штук у меня. Еще 3 штуки нужно найти. Так, еще мушонка одна, которая будет мне помогать. Так, тут туалет. Как будто в нем кто-то сидит, да, понятно. Мужик что-то там забыл. Не повезло тебе. Ладно, берем корову. Сразу же ее тоже отправим. Ух ты, как я ее швырнул, хорошо. Так, посмотрим, что дальше у нас есть. Здесь еще какой-то дом. О, еще одна муха. Замечательно. Ну-ка, можно весь дом развалить? О, еще одна муха. У нас целая куча здесь уже. Блин, я как будто потерял целую толпу. Вот, все, у нас целая гвардия. Так, куда мне теперь нужно? Сюда я не могу. Ага, во, все, понял. Проход еще. Эй, я одну муху там забыл. Все. Не забывайте свою команду. Нужно все вместе держаться. Фу! Выбиваем дверь. Ой, тут сразу же две. Ну, к сожалению, я не могу сразу же две зацепить. Но это не страшно, в принципе. Быстренько. У меня есть тактика супер, как всех. Опа, и пошла, все. Потом, я думаю, найду. Надеюсь. Хотя я не уверен в своих словах. Ладно, так, это, по-моему, последняя была уже. С ней уже чисто на точку полетим, без всяких проблем. Так, опа. Надо будет проверить. 4. Самый удобный способ всех потащить. Последнюю берете, толкаете. Так, 7. Должно быть... О, все, все, сюда, они все на месте. Тихо, тихо, спокойно. 10. Ай-яй-яй, как они умеют вовремя разбегаться. Все, 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 все. Опа, опа, опа. Быстренько я прошел миссию, буквально за 3 минуты. Поэтому пойдем дальше. Здесь очень прикольная, смешная музыка. В самом главном меню. Главная, так скажем, музыка. Немножко Реймана напомнил, даже мне все сделал. Так, следующая миссия. Написано, что летите сюда. Видимо, тут склад находится. Вон у нас карта. Видимо, то, что нужно доставить. Так, вот мы прибыли. Это показывает, где мы сейчас находимся. Это склад. Так, у нас есть куча предметов. Ой-ой-ой, сейчас все поломаю. Есть стиралка. Блин. Все ломается плохо. Надо с разгона сейчас. О, еще одна муха. Во, у нас теперь больше. Лишний предмет хватил. Все, разделось. Шикарно. Ну-ка, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это лишнее нам. Так. Поехали.
О, как раз сюда нужна стиралка, значит, понятно, что здесь нужно делать. Доставляем. Тихо. Да блин, раздавили одну муху. Давайте чуть-чуть протащите, чтобы он не съел. Да блин, ну, ставься уже по-нормальному. Блин, с одной этой фигней ложусь, сколько же я там буду потом проходить. Так, надо посмотреть, что здесь нужно вообще, где, что. Так, здесь холодильник, сейчас за холодильником поедем. Все, полетели. Здесь еще тоже мост, видимо, тоже можно вниз как-то попасть. Так, холодильник, потащили его. Блин, нам на самом деле команду побольше надо. Потому что мы это все не утащим здесь такой маленькой. Да, надо искать срочно подкрепление. Мне уже тяжело здесь пробиваться. Но, тем не менее, я это смог сделать. Вот только, правда, здесь может проблем возникнуть. Тем более, еще балка так упала нехорошо. Да ё-моё. Разгон, разгон. Все, поставил. Еще холодильник. Пойду искать. Все, мух. Где они здесь могут спрятаться? Обычно на крышах я тут заметил. Да, все, на крыше есть. Братва моя. Где еще? Так, здесь нужно стиралку будет. Здесь вроде больше ничего. О, еще одна муха. Сюда можно проникнуть. Здесь, походу, еще одна доставка, да, еще стиралка здесь нужна. Ладно, в принципе, у нас уже побольше, мне хватит. Полечу туда. Потом посмотрим, куда что мне еще нужно. Ух, разгоняемся, разрушаем все. Такс, мы на складе, отлично. Мы в конце склада были? Вот, я... О, там яма, что ли, была? Во, теперь у нас просто огромное количество. Здесь... О, слушайте, здесь реально какой-то тайник, нужно будет потом его посмотреть. Ладно, в любом случае, полетели. Вот весь склад уже разрушили. Сейчас... Вот теперь быстро, понятно, зачем большое количество мух. Быстрее проходить. Только единственное, я не помню. Ага, здесь я уже был. Наверное, наверх надо. Так, ну раз холодильник был на складе, значит, он потребуется. Только единственное, где... Блин, надо было сначала посмотреть, где. А потом уже лететь. Так, тут стиралка нужна. Где нужен холодильник? Пробьемся сюда, посмотрим. Здесь вообще ничего не надо никому. Так, нужно выбиться. Сюда посмотрим. Вот, отлично, нашли место холодильнику. Через этаж, по-моему, здесь, да, у нас? Одну забыли муху, вот фигово было бы без нее. Так, это он уже на своем месте. Куда я его отнес-то? Терещи. А, вот он валяется, он за предметами спрятался. Слился стеклом еще у меня. Так, через один этаж, по-моему, если не ошибаюсь. Так. Вот, все, отлично. Все. Доставка сделана, вылетаем обратно. Надо посмотреть на карте, где еще что нужно. Так, вот в этом большом доме, вот, по-моему, стиралка там нужна была. Берем ее. А, да, еще потом надо будет посмотреть подземелье, что у нас там находится. Так, а примерно какой этаж? Вот этот, по-моему, этаж. О, как щетка я поймал, куда мне нужно. Тихо, стол, не мешайся. Все, отлично, полетели. Тихо, спокойно. У нас здесь какая-то главная муха, вот за ней все время камера крепится. Так, пойдемте посмотрим, что за подземелье. Только вот с собой, например, предмет возьмем. Потому что, мало ли, вдруг это быстрый. Опа. Вода. Ух ты, тут все можно разломать. Весь этот мост. Блин, я сейчас... Не, без холодильника я не уйду. Так что... Ого. Реально, здесь быстрый доступ ко всему. Всю карту, походу, сейчас пролетим. О, еще одна муха, это хорошо. Так, просто не... Ага, где мы вообще находимся? О, вот еще какой-то дом. О, еще одна муха. Офигенно. Так, все готово. Здесь может быть еще есть кто-то? Нет, больше никого нет. Так, спокойно. Надо бы все не разломать тут еще. Так, он стиралку вижу, куда доставить. Поэтому сейчас возьмем любой. Да ё-моё, тут еще дом. Офигеть, тут на самом деле много домов. Все. Разнесли пол крыши и почалили дальше. Так, буквально 3 предмета. Отлично. Хотя я холодильник взял. Ну ладно, найдем и холодильник куда пристроить. Нужно повыше брать. Эх, тихо, на всякий случай. Все, поехали, поехали, поехали. Практически прибыли. Так, о, еще одна муха. Давайте на разведку. О, вон вижу, снизу холодильник. Отлично. Прибыл, доставка здесь. Опа. Только нужно посмотреть, он тут на месте останется. Тут он сейчас свалится и потом не засчитается. Все, вроде успокоился. Так, поехали дальше. Блин, я прям реально как муха об стенки, об стекла бьюсь. Пытаюсь куда-то вылететь. Так, 2 предмета еще буквально. 2 стиралки. Ну, это проще. Сразу же можно. Можно было по низу лететь, но мне почему-то поверху больше надо. Да блин. Единственное, неожиданно, что такие дома большие. Вроде думаешь, уже максимальную высоту набрал, сколько нужно. О, слушайте, как я удачно. Все, как спецназ, как я. Мухи спецназ.
Отлично. Последний стиралка осталась. Ё-моё, вечно в эту крышу ломаю био об нее голову свою. Так, стоямба. Половину забыли мух. Все отлично. Все, последняя стиралка. Погнали. Только без доски. Вот как мы перехватились. Так, тут сразу прям жестко вверх. Жестко вверх. Отлично. Почти прибыли. Так, какое здание только вот. Здесь, по-моему, может тут что-то у нас. Так, нужно с разгона здесь. Хоп. Отлично. Нет. Здесь ничего нету. Вот. Нашел. Все. По-моему, все досталось, что можно. Отлично. Поехали отсюда теперь. Открывайте двери, открывайте стены. Кого-то мы забыли. Тут, кстати, вот что-то тоже было. Можно было... А, вот этот быстрый пропуск. Ну, вот как раз здесь прилетим. Я вот не знаю, потерял ли я муху, считается ли очки то, что я не всех там доставил. Ооо, как я шикарно прилетел, и все. Отлично, как раз прошел миссию. В принципе, тоже быстро, довольно-таки крупные миссии. Может, следующие тоже будут большие миссии. Но продолжение на потом оставим. Если чего, пишите там в комментариях, чтобы продолжил я. Либо ставьте лайкос. А на этом все. С тобой был Юна ТВ. Пока.